Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёрдс, это у нас Elden Ring, и мы продолжаем исследовать эту великолепную, до невероятности, морозную локацию. Нам нужно попасть как-то на самый-самый, мать его, верх. В прошлой серии мы завалили этого кальмара, я, наверное, где-то сутки не играл. Были обстоятельства. Вот, я, короче, сейчас хочу объехать эту штуку и на левую же сторону, да, на левую сторону подняться. В надежде на то, что мы там заимеем что-нибудь хорошее и интересное. Сутулые крабы на нас быкуют, но мы не боимся, главное не бояться. Главное, уверенность в кармане. Радость в руках. С крылом Астеля мы идем на победу. Сегодня, наверное, тоже немножко морозной локации будет. А может быть, немножко морозной локации будет. Я пока не разобрался. Самое интересное, здесь, скорее всего, будет отбитая башня. Пройти в которую я не совсем понимаю, как. Да, вот сейчас нам налево надо, по идее. Но здесь туман, вьюга, блин. По всей видимости, нам на единичку прям. Тютелька в тютельку. Я абсолютно попал. Идеально. Главное, сейчас вот бежишь, бежишь, а вдруг там обрыв внезапно. Представляете, как было бы неловко. И что-то мне подсказывает, что я в нее хрен зайду. Большой жук? Ой, это хрень. Есть. Великолепное оружие, которое позволит с этим всем разобраться. Или не позволит. Маловато как-то урона. Еще смехоподобный урон. Я бы завалил на самом деле. Потому что, а почему нет? Чуть по чуть дамажим. А если этим? Если этим? Может этим будет дамажить? Во, надо было этим дамажить. Хороший урон. Урон не мальчика, но мужик. Полторашечки. Вдруг за них что-то легендарное дадут? Я же не могу знать. И вы не можете знать, если вы не играли. Думаю, всем нам будет интересно. Маны только не хватит. Они вообще какие-то максимально безобидные. Можно было их и не убивать. Но они немножко плохо обо мне отзывались. Ну и это было лишено всяческого смысла. Не мудрено. Знаете ли. Так, что это значит? Работяги замерзшие. Они дерутся. Как это место называется? Альбинорская башня. А где загадка? Так, ну я хотя бы добрался. Хорошо. Попробуем. Так, здесь я уже флексеров вижу. Может быть, они мне скажут, что нужно сделать. Уж тебя быстро меч орудует. А имеет ли смысл его в две руки брать? Я думал, получится сзади хитро залезть, но нет. Смотри, они появляются. Имеет ли это какой-то для меня смысл? Пытаюсь понять, но не понимаю. Может, я их должен заставить сражаться друг с другом? Слушайте. Я, конечно, попробую этого убить еще раз, чтобы поглядеть, что произойдет. Ну-ка. По всей видимости, они заново сейчас должны появляться. Повод. Ну вот, двое. Ну-ка. Шмексер, флексер. Не хочешь подраться? Работяги, пойдем за мной. Есть дело. Вот типа здесь сражаться они должны, нет? Я правильно все понял? Ну давайте, мужики. Что же вы такие глупенькие, мои малюточки? Давайте, флексите друг с другом. Флексят только со мной. Короче, я не знаю, что тут надо делать. Пойду дальше думать варианты. Станина кончилась, уже торопнул. Но главное, персонаж живой. А большего мне не надо. Хороший урон. Ну, я был в вороте, я не знаю, чем Миядзака этот хитбокс прописывал. Миядзака Мудакович. А оказывается, вот у этого торговца в Лиурни, вот здесь вот, территориально, глобально, храм Беллума, вот здесь вот торговец-кочевник, нужно купить чародейскую ветвь. Купить чародейская ветвь, зачаровывает раненого врага, тратит очки концентрации, чтобы он на время пришел на вашу сторону. Купим все и заново отправимся на то место. Я правильно понял, что нужно сделать, я не понял, как это нужно сделать. Это вот единственная моя большая беда. То есть снова ставим лог цели и еще разок сейчас пробежим. Ну вот, мы снова приближаемся к этому великолепному месту. Врать не буду, у меня такое ощущение, что сегодня как будто статтеров поменьше. То есть нужно немножко задамажить.
Не убить? Бахнуть его? Бахнут только меня сегодня, походу. Все, на меня теперь проститутка стала. И теперь вторая должна быстро приагриться. Сука, ну где второй этот вызываемый мразь, когда он так нужен? Э, ублюдище, иди сюда быстро. Ублюдос, сюда. Братишка, ну быстрее. У нас не так много времени, братишка. Секи ему. Неужели? Ну, конечно же, этот... Ну, я снова не мог драться, потому что у меня не было возможности брать этот обоссанный Миядзаки интерфейс. Сука, ну Миядзака, ну косорукий мальчик мой. Ладно, простите. Просто ярости не хватает, уже столько времени они до сих пор в первом своем глобальном масштабном патче не пофиксили эту очень важную херню. Может быть, конечно, они специально задумали, чтобы не было возможности скипать этой хрень. Ну, короче, отстой. Anyway, в башню мы зашли, зашли. А так, наверное, работяги между собой в жизни бы не стали драться. Ну, понял я правильно, я не понял только, как это сделать. Хотя вот сейчас статтер был. Мощный талисман могильной школы. Да, и сейчас я пока бегал, кузнецов искал. Я еще один талисманчик купил. Значительно повышает мощь чар, это надо нам использовать. Вот навыки расходуют меньше очков концентрации. Вместо чего? Наверное, вместо этого. Вот так вот. Сейчас буду думать, куда дальше пойдем. Так, ну что, как бы это удивительно или не удивительно ни было, мы с вами будем пробовать продолжать. Здесь вот есть еще одни какие-то локации. Я там в прошлой серии говорил то, что буду заливать на ВКонтакт. Это часть видосов, но это немножечко гораздо больше времени занимает, чем я думал. Вот, так что не судите строго, если не все видосы будут сразу там появляться. По возможности буду заливать, потому что очень долгая загрузка. Видимо, на тот момент, когда я пробовал, был более-менее неплохой интернет, и поэтому все вроде как около того получилось. А по факту, чем все, оказывается гораздо-гораздо сложнее, мать его. Блин, тут работяг этот душный. А, ну то есть, мужчина с бесконечным балансом. Что вы тут расколдовываетесь, уважаемые? Упуститесь, пожалуйста. Так, мне, наверное, надо медузу убрать. Чичу свою призвать, не помню, как ее зовут, вот она, Тихия. Тихия. Вроде как сказали, это дочь того снеписа, которого мы побеждаем в узилище. Что из этого правда, я, конечно же, не рискну спрашивать. Или утверждать, но факт остается фактом. Так, здесь у нас гарнизон стражей, который мы с вами, разумеется, будем лутать. Потому что почему? А почему вы и нет? Чем интереснее, тем интереснее, верно же? Это какой-то непись прям выглядит как NPC вторжение, забавно. Не видел такого. Ай! Я хотел прыгнуть профессионально. Ну, не вышло. Надеюсь, здесь будет хороший ништяк, достойный этого воина. Этого бравого воина, который идет за ним по этим морозным пустошам. Лучше так, чем никак, согласитесь. Так, крыса. Малютка-крыса. Я слышал, с них хронические дуги должны падать. Но мне что-то либо не везет, либо не знаю. Так, стоп, а здесь есть возможность выше как-то попасть. Это лестница? Это сутулая крыса, которая нападает из-под тяжка, мать твою. Очень некрасиво с ее крысиной стороны. Но кто мы такие, чтобы судить? Так, еще на ярус выше. И здесь пока что ничего супер нового. Опять работяги-защитники. Причем долго ворачиваться не могут. Потом начинают атаковать. Я тоже буду бить. Можно сегодня ударю? Ну не, мужик, хорош. Ты, конечно, воин опасный, атлетичный, красивый, все дела. Но босс качалки здесь и я. Пол лица просто здорово. Два прокаста. Нету. Мага. Нехорошего слова. Слушай, хорошая рифма получилась. Жаль, что я не ругаюсь у себя в видосах. Кузнечные камешки лишними никогда не будут. Потом, не знаю, можно будет брать какой-нибудь билд с какого-нибудь канала. С того же Fexter Life. Делать его и в этом билде пробовать что-нибудь проходить. Почему нет?
Что-что? Забавно. Как-то Glory Hall называется, да? Если я все правильно понимаю. Так, ну, что-то мне подсказывает. Неловко я зашел. Не очень удачно. О, господи, как же быстро пуха машет. Я бы Dual Wield хотел опробовать. Главный страж. Ну, давай, главный страж. Пришло время натягиваться. Успею? Ой, хорошо, как он дамажит. Ты просто глянь на мое лицо. Его нет почти. Братишка, что творишь? Ой, сейчас больно вылетит, братан. Убегай. Ого, нифига замансил. Малютка умеет мансить. Так, ну и что? Кто сдамажил? Ну, хорошо, что он. Нихера себе! Это что за базука? Етит чемпион качалки. Нифига. Хорош, брат, ты чё? Ты точно человек? Ты машина? Я не подойду к этой твари. Больше ни на шаг. Вы чё, шутите? Его вообще невозможно победить. По всей видимости, я получу за него этот... щит. Ну это реально жесть какая-то. А, ну конечно. Он, в принципе, решил я его этим путем пойти. Путем дурачка. Просто камень. Просто камень этот мужчина. Блин, я боюсь этого мужика. Убьет сейчас. Повезло. Просто повезло, серьезно. Хороший щит с глазом. Едите, он опасный. И что эта штука умеет? Необычный щит белого камня с изображением уродливого одноглазого бога, в распахнутый рот которого вложено оружие. Говорят, это злобное божество великанов некогда пало от руки королевы Марики. Едите, он стильный. Да, нормальная такая наградка. Опа, чё, это тут ништяки будут? Вижу ништяк, цель вижу. Я не уверен, что потом запрыгнуть смогу. Давайте сходим сначала сюда, потом будем, если что, выходить. Просто пока лютый имбалансный випан есть, надо им пользоваться как можно скорее, как можно чаще. Надо еще... Ой-ой-ой, это что, скелет? Надо еще пробовать PvP вторгаться, но, блин, из-за этих уязвимостей ссаных... Это софт великана. Это, видимо, для того, чтобы увеличить количество спелов в пиромантии. Ой, я дурачок. Нормально повезло. Не хочется вторгаться, потому что столько этих уязвимостей. Фромы, конечно, мало ли, многое могут обещать. Но отлететь в теневой сервер или еще что-нибудь не хотелось бы. Просто так, за ни за что. Знаете ли, так. Хорошо, это мы сделали. Затем у нас вот здесь есть какая-то точка интереса. При всем уважении не помню. Погнали к огненному великану. Там какое-то называется Flame Peak. Огненный пик вроде бы. Я почему-то чисто эту локацию не открыл. Хотя она должна у меня быть... Помните, мы здесь с отбитым великаном дрались? Ух, зараза. Ух, собака, я Наруто Узумака. Краем глаза глянем эти локации. Очень красиво все это. Я думаю, вот это она, кстати, на самом деле. Хотя не факт. Хотя вообще не факт. Может быть, я должен был через эти врата проходить, но я через них и проходил. Игра, ты меня боитесь, ты меня обманываешь. Где же тогда этот огненный пик, мать его? Вон то место выглядит весьма интригувательным. Так это уже другая часть локации. Но называется Flame Peak прямо где-то здесь. Просто не знаю, я хочу быть идеалистом и полностью открыть локацию. То есть все, что на ней есть, карту, все локации хочу открыть. Все на них хочу открыть. Окей, здесь мы понимаем, что у нас ничего нет. Ладно. Непонятно. Так, и теперь самое интересное остается. Катакомбы на вершине великана, которую я не прошел. Сейчас будем туда идти. Ну так вот, как и сказал, отправляемся сюда, в это великолепное интересное место. Не помню, почему я здесь не стал проходить. Помню, что у меня передачело сгорело, и я такой, ну нафиг. Еще какой-нибудь билд бы на рапиры было бы неплохо заиметь, но... У меня такого нет. Короче, вот мастерство Лоретты такое пососное умение, к сожалению. Только не говорю... Ой, нет, ой, нет... Я уже вижу, что мне здесь не нравится. Если я пробегу, по-моему, эти твари пробегут и будут мне в спину накидывать. Максимально ожидаемо, но я не боюсь.
Малютка, успокойся. Давай не будем лишние слова и лишнюю панику наводить. Так, а почему же я здесь не прошел? Может, и прошел? Ну, неожиданно было, ладно. Признаюсь. Я же двигаюсь сбоку, а все равно как-то попадают они этими метательными кинжалами, тварюги малютки. Нет им прощения. Так, лифты — это уже не очень хорошо. Потому что вы знаете мое отношение к лифтам. Ну, раз здесь есть, значит, я тут не ходил, скорее всего. Да, тут двойной лифт. Слушайте, походу, я тут был. Нет, слушайте, я здесь не был. Ну, как такое может быть? Окей, тогда проходим, пытаемся, по крайней мере. Держим в голове, что внизу еще одна есть. Это очень похоже это. Локация, где-то я уже видел подобное. Там реально один в один. Хорошо, что они глупые и попадают мимо. А мой замечательный клинок проходит сквозь скалы. Это прям нравится. Так, насколько необходимо вниз? На самом деле порядочно вниз необходимо. Сразу давайте проверим, есть ли опция еще ниже уехать. К счастью, нет. Хорошо. Что? Ну вот зачем обманщиком быть? Фу, таким быть. Слушайте, я горшков помню. Я прям как будто был здесь. Либо фромы настолько охреневшие, что они использовали один и тот же данж в двух местах. Что, в принципе, очень даже может быть. Так, а нафига мне здесь быть? Я чуть не понимаю. Не знаю, зачем это нужно было. Спереди. А, благодарю. Не видел, наверное. Или я туда пришел? Ожидаемо. Ну я же не попал под ловушку. Ну ты чего, игра? Ну тупо бана. А еще и в голову попала. Господи. А есть ли вообще опция тут пожить? Слушайте, ну я прям 100% эту локацию помню. Прям 300%. Ведь достали сучары позорные, а? Ни хрена себе. Малюты с бесконечным балансом. Так, ну хпшек может и не хватить, кстати. А 200 кусков — это уже левелап. А я уже мог наверх пойти. Слушайте, ну я прям помню. А раз ништяков нету, может быть, я тут был, хотя дверь-то заперта. Ладно, anyway, проходим. Наверное, на всякий случай их развалить лучше. Мало ли сейчас будут быковать на меня. Просто вопрос в другом. А тогда почему все пустое, Влад? Если я тут был. Согласитесь, это очень-очень странно. И вот эту дырку я тоже помню. Так, а это мы где вообще? Мы на ярус выше попали. Просто почему тогда все лутанное? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. И это место я тоже помню. Ладно, короче, пробегу, наверное, данж за кадром. И в итоге скажу, был я тут или нет. Я вот здесь ништяк нашел. Что-то мне очень не хочется к нему подходить, но, видимо, придется. Но это я скорее... Я не знаю, как я сюда попал. Вы понимаете, в чем прикол? Я тупо не знаю. Я реально не знаю, как я сюда попал. Ты сюда поедешь? Блюдочный кот.
Ну, просто срать. Мне срать на 200 тысяч душ, видимо. Я не знаю, как я сюда попал. Мне нужно уйти от этого места. Пожить как-нибудь. В общем, писал я на лицо вот этому всему. Потому что я не смог найти, вроде бы... А, я не могу. Я вроде бы был в этом подземелье. Вроде как был в этом подземелье. То есть там все активировано. Но я не смог его пройти. Я не знаю, в чем беда. Видно, я идиот просто космический. Ну, тут уж как бы извините. Не вижу ситуации, как иначе сделать. Ну, вот такая, таков путь. Не знаю, может в New Game пойти. Так, там у нас небольшая церковь была для того, чтобы улучшить фляжку. И это просто обязательно необходимо сделать. И вот я только что был в катакомбах, у меня был бонус к экстра получению души. Но сейчас вот золотая лапка была, если помните. Сейчас он пропал. Куда, кого, чего, зачем, почему? Хрен его знает. Мне еще, да, писали в комментариях, как заполнить квест с этой Ириной, какой-то девушкой там, которую убили. Я, к сожалению, не вспомню. Если вдруг вспомню, сделаю обязательно. Но, скорее всего, не сделаю. Еще реально надо New Game начать, посмотреть, как это... Квест будет с нуля делаться. Ну, вообще, как это все будет выглядеть прокачанным-то персонажем. Всяко приятнее играть. Правильно, правильно. Храм малого древа Эрт. Не знаю, что тут будет. Надеюсь, что-нибудь приятное. Я, видимо, столько ништяков еще упустил. Это же просто жесть. Здесь у нас... Печать золотого порядка. Слушайте, это что-то интересное. Это у нас где? Так, подожди. Может быть, это ключик. Эх, было бы сейчас здорово посмотреть, что это в итоге. А, это тоже квестовый предмет. Нужно отдать будет. Еще у нас новые фляжки есть, насколько я помню. Что, в принципе, тоже можно было бы сделать. Получается чудесное снадобье. Что у нас из нового? Взрывается смеси, то есть их две. Взрывается камень, шайт урон. Так они типа одинаковые. Временно, временно. Ладно. Тело святых, молнии. Рожные. Ладно, вот это что такое огнем? Ожидаемо. Здесь вот я занимался исследованием. Сейчас я проверю, включил ли я запись вообще. Вроде бы да. Вот. И вот в эту точку телепортации давайте сместимся. И сходим еще вот здесь. Поглядим. Что у нас интересного есть здесь? Так, нам на двойку, да? Нам на двойку. Там целый форт, мать его. Я искренне не понимаю, как я мог его упустить. Я, короче, вот смотрите. Огромное количество вот здесь упустил. Простульте. В этом я вроде почти все прошел. Вот здесь я дохерища пропустил данжей. И вот здесь я очень много данжей пропустил. Немножечко даже расстроен. Если честно. Вау. Это существо, с которым я не хотел бы воевать. Но вот в этот форт я бы залетел, на самом деле. Так, с этой тварью тоже не хочу, он опасный. Ву. Форт Лает. Карту не могу открыть. Ой-ой-ой, опасный мужчина, сексуальной крови. Ого. Как он сразу эякулирует при виде нас. Повезло, что я волшебных маг. Волшебных дел. Мастер. Но-но-но, куда так далеко? Не надо, не надо. Оно того не стоит. Все же мы с вами все понимаем. Так, какой-то очень странный форт у них. Адский посох прилата. Очень странный форт у них. Врать не буду. Ну-ка, кто у вас тут интересный такой? Слушайте, а я в New Game пойду, у меня еще больше фляжек будет. Тут надо будет интересно узнать бы. Ого, плюс справочники. Че я вообще уже крафтить могу? Вообще на самом деле много всего. Концентрацию, вот... Тут столько всяких рассадников непонятных. Офигеть. Я этим не пользуюсь. Совершенно не пользуюсь. К своему ильчайшему. Жалкие глупцы. Кто говорит? Кто говорит-то?
Ни за что меня не найти. Ты что, вызов? Любовник, в чем прикол? Так, не найти. Ну, я поищу. Обычно. Чего? Обычно перекатичи помогают. Он там, что ли? Красавелла, братишка. Лед с огненным скорпионом. Давайте глянем, пока далеко не ушли отсюда. С огненным атаки огнем. Клянусь, я выживу. Я уже совсем скоро вернусь в вулканово поместье. О, нет. Может быть здесь? Да. Может быть, кто-то своровал сундук? И был таков. Глянь, какое фэковое. Так, ну давайте попробуем подумать. Где бы здесь можно было спрятаться? Когда я сюда подходил, он говорил: вам никогда меня не найти. Может быть, он где-то сверху? Блин, напишите прям вот в этой серии, там была сложность. И ты ее не решил. Я не знаю, господа. Но, по всей видимости, форт я чекнул, так что эту штуку можем убирать. Здесь у меня есть какая-то еще пещера, очень интересная. Уверен, что очень приколдесная. Только вот... Только как вот в нее попасть? По-моему, даже помню как. Давайте сейчас попробуем в нее быстро сбежать. Я примерно вроде помню, как идти, зачем идти, куда идти и почему идти. На самом деле, нужно было тогда, когда проходил, постепенно все изучать, но тогда бы мы игру очень долго проходили. Это тоже немножко неинтересно, согласитесь. Хрен, надо перепрыгивать на всякий случай. Причем как можно дальше. Чтобы чего не вышло. Семечку я вроде тоже забрал. 200 тысяч душ там, кстати, были всраты, если вдруг кому интересно. Таков путь. Сюда еще можно слушать и сходить. Давайте направо сходим. Я, по-моему, направо никогда не ходил. Отсюда через мочевидные ключи открывается. И нам всем очень интересно, что же там такого интересного. Ой-ой, тут Василиски. Ну, кто бы сомневался. Я просто попробую не обращать на них внимания. Красивые такие малютки бегают, прыгают, но я просто побегу. Тропотяга сидит. Хоть бы было, целых два потратил. Блин, два потратил, ё-моё. Приветик вам, работяги. Вот так вот будете мне еще бычить, петушки сутулые. Так, и это пещера кипящей реки, приятно. Хотя бы не сутулые катакомбы с этими сутулыми скелетами. Не люблю я их почему-то. Ну да, ладно. Хорошо, чем больше мотов призывает, тем лучше. Что-то он тут скрывает. Проход секретный-то вроде бы нет. Здесь тоже нет возможности пройти. Тут братишка-работяга отдыхает у него. Напарник-компаньон. Тут просто озадачил меня, говорит, глупцы, вам никогда меня не найти. Я ведь действительно не нашел, то есть он меня переиграл. То есть выходит, я глупец. Неприятно на самом деле. Не стыдно Бабадзакич такое делать? О, нет. Бабадзака засунул болото в подземелье. А почему нет, скажет он. И будет, в общем-то, прав. Ой-ой. Ой-ой. Я совершенно не рад такому развитию событий. Но нужно заниматься исследованием. Нужно исследовать полностью это место. В принципе, даже если немножко яда наловим... Ничего такого уж страшного прям нет. Работяг будет стрелять всяким говном, это я знаю. Здесь проход огромный есть, да? О, мимо падал. Щепушило. Все кнопки жать. Ты за это будешь побежден. Чмошный. Блин, ничего дерется, а? Что себе позволяет? Падла, тварь, не человек.
до конца не уверен, что мне правильно сюда, а не в то отверстие, но куда деваться. Кинешь целый батальон петушков отравительных. Недавно играл в игру Скелетрон, и там чем-то, скажем так, похожие локации есть, если позволите. Не, мужик. А, ты с подружкой там стоишь. Ладно, ладно, я просто пойду тогда. Какую-то совершенную... Вообще, кипящие реки. Причем здесь яд? Если река-то кипит. Совершенно не понимаю. Столько развилок, безумия просто. Собака, где собака? Я собака, ты собака, я собака, ты собака. Хорошо, well done, собака. Крыса, уходи. Ну, в принципе. Крыса будет написана осторожно. Не лень кому-то сообщение писать, а? Чё пишет? Осторожно. Лжец. Ну, везде обман. Правда выглядит, как призрачная стена. Как стенка фэка. Так, это то самое место, где я видел сверху. Отлично. Я все-таки, наверное, рискну и пойду. А, то есть тут подъем был. Етить меня за ногу. Ну, хотя не, вроде вот туда идти. Это правильный путь. Еще немножко поеду, пробежимся. И там у нас уже был... Так. Чего это? Ну, на самом деле, не хотелось бы сюда идти, но, видимо, надо. А тут вот еще какая-то штука есть. Ну, это даже на призрачную стену близко не похоже. Так, осторожно. Осторожно. Бабадзаки, чё очень невнятные ступеньки. Можно было бы получше постараться. А не вот это вот все. Ой, пещера без конца и без края. Безумие. Там, походу, туман. Желтый. Желтый туман — это и хорошо, и плохо, знаете ли. Малютка-крыса, прятавшая золотую руну. Что ж, пойдем на босса. Я думаю, мы уже достаточно подготовились. Чтобы навалять ему. Что это такое, родичи гнили? Что за псы сутулые? Что это очень неприятный псина. Я не хочу с этими дрянями драться. Повезло. Мы этого, может, заметаем? Этот флексер меня очень бесить будет сейчас. Подходи, чепушильный, подходи, давай. Сукан позорный. Максимально отбитый. Торжество родича гнили. Талисманчик новый. Красиво выглядит, как маленький чужой. Повышать силу атаки вблизи отравленных врагов. Ого, это очень забавный билд можно сделать. Но на самом деле я бы сказал, хрень лютая. И очень низкоуровневое все. Ну что ж, из интересного есть еще буквально парочка мест. Сейчас справимся в туннель Альтуса. Вообще, на самом деле, я вот хожу вот в этих низкоуровневых подземельях. Соглашусь, господа, немножко неинтересно. Но альтернативно я, получается, этот ништяк не получу. Который мне могли бы дать в этом подземелье. Даже не знаю, что сделать. В принципе, всегда можно отправиться в New Game Plus, а бэкапнутым персонажем, скажем так, собирать какие-нибудь билды и строить. Ну, не знаю, почему бы и нет. То есть этот у меня будет чисто для билда стра... А, подожди, стоямба, то есть... Это хотите сказать верхушка, твою мать. Я что-то испытал фиаско, я думал все совершенно иначе. Тогда идем сюда. Все пошло не по плану, шеф. Немножечко. Ну вот карту форму нарисовали, а толку-то от этой карты, если она максимально всратая и непонятная. Так, нам немножко налево. Жди, серьезно? Ну, вообще куда-то вот на двойку. Там какая-то церковь есть. Храм, ну, правильнее сказать. Я, наверное, я что-то не так... Подожди, а как же это я так выросли? Вы ушел. Очень странно. Ну, явно выше нужно на несколько ярусов уровней. Тут ничего интересного нет. Там еще какой-то парфюмерский катакомб есть. Грот, если позволите. Ну, вот сюда мне надо, да. Каким-то образом на самый верх подняться. Буду стараться держаться идти правой стороны. О, как. Что это такое? А там лут.
Шеф, а там лут. Блин, ну надо взять. Обычно я так не делаю. Ля, какая дырка. То есть это я могу все время проскочить сюда. Козырно. Красивый левел дизайн. Прям без шуток восхитительный. Так, а тут у нас что? Звездный янтарь. Звездосветный. Сейчас бы в тупик врезаться. А, ну и... А, да, то есть все. Ну это, конечно, Бабадзаки здорово придумал. Что вообще без вариантов, как бы вернуться назад. И даже карту не открыть. Какой ты, Бабадзака, падла. Просто тварь, не человек. А смысл? Мне все равно бегать надо, это все. Опять. В очередной, блин, раз. Ладно. Бабадзака же, наверное, и сам бегал. Не удивлюсь его упорству и настойчивости. Подлагивает безумно все. Мы терпим. Терпим столько, сколько можем. Это вот снова эта дырка. Хотя вот знаете, я в начале серии говорил то, что вроде бы не подлагивает. Как же подлагивает? Как же я был, блин, неправ. Просто безумие какое-то. А, и здесь сейчас тоже будет тупик. А ну восхитительно же, Бабадзакич, ну что творит этот пес? И как туда теперь пробраться, я хрен его знает, честное слово. Ох, это будет сложнее, чем я думал. Наверное, отсюда придется топать. Сейчас я попробую проложить маршрут. В надежде на то, что что-то вразумительное получится. То есть мы бежим. А вот это интересно. Не пойму, куда идти. Там просто, походу, улучшение склянки будет. Тут сейчас меня стрелять будут. А потом на первой развилке направо. И так и держаться. Хорошо. Где эта развилка направо? Хрен ее знает, господа. По всей видимости, это она. И, наверное, это она. Наверное, куда-то сюда мы и побежим. Надежда на то, чтобы по нам не попадут. Крутой, конечно. Дизайн уровней. У собаки работяги ходят тут. Одного высек, а другие расскажут о том, какой я милосердный. Здесь, походу, ништяк будет тоже или нет, или да? Я тут бегал, я помню эти места. Еще тогда мне казались безумными. Так, и тут потом бежим направо, забегаем. Ой, как все ярко, прям вообще невероятно. Красиво, врать не буду. Да, та молния действительно может бить током. Я сам проверил недавно. Блин, да чего же пейзажа красивая. Прям без шуток нет слов. Вроде правильной дорогой иду. И вон там даже что-то виднеется. Возможно, немножко не по той, а возможно и по той. Вроде бы верно. Но в катакомбы тоже нужно еще будет постараться попасть. Главное, чтобы молния не бахнула. Грозовые цветочки. Шук-шук-шук-шук-шук. Чуть-чуть возьмем. Работяги стоят. По всей видимости, это то самое место, куда я хотел попасть. Вроде бы... Нет, это не то самое место, но одно из. Я хотел немного левее попасть. Совершенно не знаю, что это за... Мошкоп, ну нос тела, представляете? Как посмело. Убийцы из черных ножей. Сосать убийцы из черных ножей. Можно им файт устроить. А вставать у меня персонаж не будет, да? Это очень душный противник, я его знаю, проходил. Думаю, там застрянет и все, и хана. Гаси. Машинишка молодая. Уж а ведь и скинуть может. Ну хорошо, что там далеко до обрыва еще. Лечиться бы нормальный урон наносит. Учитывая, что я перекачан. И у сексуальная пузика показать пришлось. Лечиться бы дали.
Ля, какая лярва никчемная, а? То есть ты мне все атаки сбивать будешь? А, то есть вообще зиро ДПС получила. Хорошо, окей. Да, так оно и есть. Ну, вот и все. Тоже мне. Я думал, это вообще какое-то существо непонятное. 1006, да тут 10 тысяч, ну это просто смех. Черный нож дали. Сюда зайти можно? Почему на карте это никак не отображено? О, no, это город на крон, мать его. Ну, я хочу туда сходить, anyway. То есть, но сначала... А мне еще парфюмерских здесь где-то есть. Блин, точки телепорта не будет, прикиньте, как обидно. Ага, а если бы я с той стороны, допустим, вышел? Меня бы хотите сказать, с той стороны кто-то подкорюлил? Такое себе. Вот там что-то есть, туда надо добежать. На двойку. Вроде бы да. Вон, вот сюда. Ля-ля, как она. В полуфазе. Барашек находится. Спас ее. Ну, надеюсь, что да. Блин, да чего же красивый левел дизайн. Вах. Вот это, возможно, кстати, ошибка была. Я же ведь вернуться могу, не вернуться. Наконец-то ништячок дали. Так, мужики, а вы тут что стоите? И что, и вы хотите сказать, что это тупик? Назад? Нет, нормально, можно. Опа. А не петушок либо? На коне. Мужчина. Чё, конь пусть живет. Так и был задуман мой план. Хей. Так, ну что, тогда прямиком в город на крон пойдем, поглядим, где мы там окажемся. Мне бы в идеале еще сюда в подземелье сходить, а не в катакомбы. Но что-то мне подсказывает, что я не хочу. Офигеть тогда получается. В Нагроне столько всего проходов, выходов, заходов. Безумие просто. Но с другой стороны, тем интереснее. Все, как мы любим, 8-часовой спуск. Могли бы уже ради рофлов какую-нибудь музыку на фоне лифтов ставить. Кажется, игроки бы поняли. Или нет? Вау. Могила героя святого. Первый раз такое вижу, честно говоря. Ну, надо тогда исследовать. Хотя на карте, на интерактивной это не указано. То есть, по сути, карта нихера не полная. Ну, здорово, чё. Я сейчас прям возьму. А, нет, я здесь. Окей, здесь есть дальше. Это я обосрался. Не без этого, господа. Существо неприятное. С кровавыми семенами. А что он дает? Фляга багровых слез. Прикольно. Ведь сколько таких еще их? Я бы на самом деле лучше ходил к боссам важным. И призывался, помогал. Мне кажется, это очень здравая тема. Давайте этим позанимаемся в будущем, возможно. Оу, ма. О, нет, я, по-моему, это видел. Может быть, не где-то. Подожди, сейчас посмотрим. Ну, они не такие уж, чтобы опасные. Я думаю, развалю. Они лечением очень хорошо дамажатся. Насколько я знаю. Насколько я изучал. Вот такие в Лиурне были, помните? Негодники. Ну, это слишком ожидаемо было. Слишком. Я даже еще не знаю, где у нас проход. Им полетят. И долетает, видимо. Ну да, да. Стоп, так это не лестница? Это не лестница. Воло, могу тут ходить сколько хочу. Это шутка, что ли, сука, а? Косоруки Миядзака, Бабадзака. А, нихера себе. А в чем прикол? Я не понял. А, на нем тень, ни хрена себе. Не, ну коли так надо, то так надо. Ничего не могу сказать. Интересно, я это возвращаюсь или я иду дальше?
Походу, начало окей. Блин, хоть бы не было развилок. Фром, я надеюсь, вы благоразумны. Потому что каждый раз через эти ваши развилки ходить, ну, такое себе. Так, здесь снова темные твари. Придется спидрунить. Придется мансить. Я рожден для манса. И вот пусть они даже лоу-левельные, дамажат они нифига не как лоу-левельные. Как самые настоящие работяги. Отходите, ублюдки. Может подойдешь, а залупа никчемная? Подойди, ублюд. Умный, видимо. Особо умный. А что такое? Что с лицом? Нет у тебя больше лица. Так, и это еще не босс. Ловушка. Тайная тропа. Хорошие работяги, хорошие. А вариантов-то других нет, куда идти. Не, я, в общем-то, был не против даже. Ежели честно. И это выглядит как охрененно огромные двери. Я прав. Даже это место нас может привести. Ну, было бы глупо. А там территория с ловушками, ё-моё. Так, здесь 100% много мест, куда можно попасть. Пробуем сейчас это сделать. Блин, я идиот, я думал, она сверху. Не судите строго. Еще раз придется ждать. Очень FPS дропает. Просто ублюдски дропает FPS. Дебил, мы же вдвоем тут будем. Сука, даунич. Ничего, убить? Гнида, какая ты мразь гнилая. Не прошло и полгода, сука. Просто в каких-то данжах это обязательно нужно сделать для того, чтобы что-то клевое найти. Охренеть, тут катакомбы гигантские. Есть предположение, я тут в жизни не пройду. Ну, два, давай откроем, почему нет. Возможно, там что-то супер легендарное будет. Опять не могу бить из-за того, что надпись горит. Когда-нибудь я, конечно, привыкну к этому, но явно не сегодня. Это реально просто такой тупик. Ну, вообще, просто кал. Размен ни на что, я считаю. Мое скромное мнение такое. Кому, конечно, оно нужно, скажете вы. А, ну я просто заново сюда попал, ну великолепно. А ради чего эта дорога тогда, вот это? Короткий путь. Короткий путь обоссанца. Зачем он нужен? Когда не буду в эти сайт-штуки ходить, ну и в жопу. Ну просто это правда лишено всяческого смысла. Там работяги сверху были. Ожидаемо. Какой-то опасный конь. Ладно. Не то, чтобы прям очень надо было. Ну и очевидно, я сюда не зайду. Потому что здесь слишком много загадок. Я, разумеется, не прошел, что надо. Может быть, конечно, повезет и будет здесь, где-то недалеко. Ну, мое почтение, запутано просто 10 из 10. Так, и мы
Моя раз выше, но нужно ли это нам? Так, кстати, опасная тварь. Жертвенные ветви, но это все равно не ключ, не рычаг. Эх, без рычага сложно. Ну это вот я сверху видел это место. Малая с корня пригодится, вкусный, наверное. Опа, да ладно. А он может что-нибудь охранять. Может как раз таки рычаг? Как с ним взаимодействовать? Балаболы сутулые. Я его не убью. Может у фонаря? Нет, было бы слишком хорошо. Ну так и все, это тупик. Я не знаю, куда идти дальше, к сожалению. Может он настолько далеко пойдет, что я смогу его там выбить? Да, он идет далеко, хорошо. Я же подбирал, почему не подобралась? Я каким-то образом зафитил это место. Господи, как же стрёмно это все выглядит. Как же крипово, мать ваша. Бладборный звук лошади. Ну, тут без вариантов было. Я совершил ошибку, укувыркавшись в бок и платился за это. Ну, здорово, чем. На этой замечательной ноте мы, наверное, закончим. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего. Счастья, здоровья. Не попадайте в такие ловушки. Не попадайте. Оно того не стоит, господа. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно. Если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.